Здравствуйте всем, дорогие друзья. Извините, видео давно не было у меня в YouTube-канале, потому что был сильно занятый. Занятый, можно сказать, там ходовые туда-сюда. Многие машины осталось еще. Не успел даже. Диски, колодки, это мелкие работы. Сейчас уже сегодня буду двигатель делать. G4MB. Этот Hyundai Elantra. Hyundai Elantra, все запчасти вроде у меня, только кроме головы. Голова должна быть сегодня вечером или завтра утром, точно не знаю, пока не готова. Делается направляющие втулки, смотрим. Седлы, клапана, сальники новые, оригинальные. И вот так, жду этого, и все. Основные вроде все у нас под руками. Сейчас сниму камеру, дальше покажу вам. Вот у нас блок, друзья, коленвал. Коленвал полирован. Распредвалы чистые, помыты, как положено. Вы знаете, как я смотрю за деталями. Клапанная крышка только в заводе была чистая такая. И плита нижняя. Передняя крышка, только сальник. Недавно цепь меняли, цепь старый оставим. Только сальника нету, сальник останется старый, передний. Хозяин не покупал. Постель распредвалов, бугля распредвалов, поршень у нас, блок гильзован, друзья, под стандарт. Под стандарт гильзован, чисто, сколько возможно, столько и сделали, убран 008 сверху. Я специально не убрал, чтобы вам показать. Потом уже растворить, обезжиривателем обезжирую, и это уйдет. Коленвал полирован, шатуны проверен, вверх, вниз, в допуске. Поршня новые, сами видите, одна колечко в оригинальной обычно устанавливается, а одно нет. Новые пальчики, сейчас покажу вам еще поршень, друзья, поршень. Потом. Ну, установки все покажу вам, конечно. Рокера сделаны. Гидрокомпенсаторы. Потом у нас, как всегда, болты на месте. Все чисто, помыто. Болты ГБЦ новые, остальные все старые. Рамин генератора только забрал. Отправили мне. Как всегда, шкив, это понятно. Датчик детонации, датчик коленвала. Задний хрен пластина, который маховик, гидротрансформатор соединяет. Клапанная крышка. При установке, конечно, все покажу. Клапанная крышка, впуск, выпуск ГБЦ для масляного насоса. Два колечки маслоприемника между блоком и плитой для маслоканала. 4 у нас для свечной колодцы. Потом у нас для форсунки, друзья. Вот эти у нас помпа новая. Подушка будет новая. Маслоприемник, цепь останется старый. Помыта чисто, как масло будем заливать. Масло будем заливать. Hyundai Kia оригинал. У нас в общем, хер с ним, забыл даже. Фильтр масляный, полумесяца там, и форсунки, главное, буду установить форсунки. G4NB, у них форсунки не идет, друзья, и 1.8 вашей форсунки нету, я буду установить. Я уже место сделал, сверлил, отверстие есть, разверткой прошел, как положено, болты отправили мне с форсунками вместе. Только один открыл и со одним все установил, они размер одинаковый. Там надо быть очень аккуратно, не просто так взяли в руку дрель, сверлили и кайфовали. Так не бывает. Вот такая дела, друзья. Все как положено, готово. Сейчас будем померяем, посмотрим, что у нас покажет блок. Нутрометр взяли, друзья, у нас 0,00. Будем самые большие цифры найти. Сначала идем вдоль, и все как положено, и потом уже... Развернем под 90, заходим где-то сверху, держим и смотрим, самые большие цифры находим мы.
на эллипс проверю. 117, друзья, самые большие, видели, да? Там любые цифры может попасть. Главное, нам больше надо. Заходим чуть-чуть дальше. Смотрим, что у нас получается. 117. Больше вы не найдете. Налево, направо. А, кстати, меня один писал, говорит, ты сачкуешь, его шевелишь туда-сюда. И он не должен, должен быть ровно стоять. Вот так. Такие тоже пишут мне. 17, друзья, видите, да? Один прошел тест. Здесь что покажет нам? 16, 17. Отлично. Идем туда вниз. 17. 17. Еще чуть-чуть вниз. 17. Отлично. Переходим на третий. И смотрим. 17. Видели вы, да? Надо просто точно держать. 17. 17. И заходим вниз. 17 тоже видел. 17. Четвертый. Заходим, смотрим. 17 я видел. Вы тоже, наверное, видели. Здесь не вижу. 16. 6. А, этот я. Да, в середине. 1/100. 17 видел. Если потихоньку. 16. 1/100. Здесь внизу, друзья. Вверх нормально. Сейчас стоим так. Сейчас. Это блок алюминиевый. Сами знаете, друзья, сюда гильзовать. Это вообще-то считается одноразовый двигатель. В Корее такие ерундами не занимаются. Берут в образ или другой мотор поставили. Или блок поменяли. А у нас, вы знаете, всякие делаются. Так что сейчас попробуем. Без эллипса не обойдемся, я думаю. Посмотрим. Там какая-то сотая должно быть по-любому. Вверх. Вверх тянем. Смотрим. 18 ловили. Заходим сюда, в середине. 18. 1/100. 17. Здесь нормально. Заходим сюда. Второй. 18, видели? 17. Только сверху есть. 17. Тоже. Опа, даже 19 видел. 18. Заходим в середине. 17 видел. 17. 1/100 дает. 18 я видел. Потом в середине. 17. Идем еще дальше. 17 видели, да? Отлично. Так что это блок прошел. Тест 1/100 сверху иногда дает разницу. И все. Все просто бомба. Отключаем. Все, друзья, видели сами. Сейчас будем взвешивать поршни с шатуном. Переместим, сделаем допуск где-то 2 грамма. Ну, попробуйте. Если больше, уже что-нибудь придумаем. Вес у нас 0. Берем поршень оригинальный, друзья. 248. Чик. 246. Видите, да? Оригинальные поршни. 246. 248. 2 грамма уже разница дает. Возьмем пальчики. 80. Другой ставим. 80. Другой ставим. 80. Другой ставим. 80. 2 грамма разница дает. Сейчас посмотрим, вот эта херня.
Что будет с этой ерундой? Давай так поставим все. 4-4-7. Сейчас отключу этот свет, чтобы... Блин, чтобы не блестело, а то 4-4-7 4-4-4. Что это за хрень вообще, блядь? Извините за выражение, блин. Это видео не для детей. 4-4-7. Блядь, это дурдом просто, блин. Что этот? Вот завод, заводской. Это первый раз я разбираю. Вот завод вам так и делает мотор, блядь. 4-4. А то 2 грамма разрушается. Да им похуй, блядь, какой грамм, блядь. 4-4-4, блядь. 3 грамма разница дает, блядь, сучара. Ну как это делать, блядь? Сверлит, блядь, нахер, блядь. Все это 3, блядь. Говнасос какой-то, бляха-муха. Корейцы мотор делает. Охренели, блядь, все. 3 грамма разница дает. Новый, заводской, бля, первый раз разбирается, да, блядь. Это мотор. Семь, семь, три. Семь, семь, три. Семь, семь, четыре. Ну, грешность, погрешность может быть здесь тоже. 7-7-4. 7-7-5. 2 грамма. Между ними разница есть. Между ними 2 грамма. С этой 1 грамм. Так что допустимо, слава богу. Друзья, сейчас в первую очередь поршня соберу. Каждый на своем месте. Смотрите, когда я даю на проверку, их зажимают, как положено, и потом и меряют на эллипс. Здесь тоже так же меряют. Чтобы болты открутить, берем деревянный молоток или что-нибудь, только деревянный. Ложим, потому что и по-другому никак вы не открутите ее. Вот так сорвал и. Вот так сорвало, друзья. Каждый бугель идет в свое место с этой. Я 100 раз сказал. Это 101 раз, наверное. Вот. Когда практически, когда вы снимаете, здесь зазора нету, даже не видно, да? Замок к замку, это понятно. Вот видите, она как сломанная идет. Так нельзя установить. Только в одном положении. И между собой не перемешать. Сейчас мы пару болтов. Также перемешали, все равно надо установить и руками зажимать, посмотреть, зазор нету, значит все бомба. Так что перепутывать нельзя. Сейчас соберем один поршень. Передняя часть у нас вот эта. Это у нас передняя часть, друзья, передний. Здесь такого нету. Поршень, точечка есть и стрелка есть. Беру свою кисточку. Это не грязь, друзья, это ликвимоль. Поэтому она темная. А то подумайте, грязно, там ничего такого нету. Один показываю. Остальные уже вы поймете. Тоже один и тот же будет. В общем, делаем как для себя. Представьте, это ваша машина. Вы же херню себе не сделаете, правильно? Я, допустим, когда машину делаю, думаю, кто-то сейчас стоит, а в самом деле я один, кто-то смотрит за мной, прямо смотрит, как я делаю, да, допустим, я всегда так думаю. Если что-то хочу сочковать, иногда же крыша едет у человека, любого,
Потом говори, не так не. Если один раз сделаю, и дальше продолжаться буду. Поэтому лучше не делать ни разу. У нас одно колечко установлено. Передок здесь у нас. Передок здесь. И все. Вот так. И будем устанавливать. Друзья. Здесь одно скольжение идет. Это. И аккуратно. Если чуть-чуть перекос попадете, она будет плохо идти туда. Подумайте, о, колечко сюда не подходит. Вот видите, она должна вот так. Оп, и все. Чуть-чуть даже перекос, и все. Новые у нас замки. Смотрим. Стрелка. Все правильно. Есть. Берем шило и что-нибудь, или отвертку. Одну сторону ложим. Другой. Сюда толкаем, друзья, чтобы убедитесь, точно посадили. Только аккуратно, не дай бог стрельнет, в глаз попадет. Вот так, точно, чтобы село, все. Один поршень готов. Так что, продолжается дальше так. Друзья, сейчас будем устанавливать сразу колечки. А, я срезал уже колечки. Средние. Цвет медный, скажем, или латунный, скажем. Это верхний. Четыре пружинки. И остальные маслосъемные, они приклеились к друг другу. И все. Нам надо одна пружина. Нам надо масляные, пока пусть будут. Одна надо верхняя, компрессионная. А, еще одна здесь компрессионная. Вот так. Потом нам надо один средний компрессионный. И две штуки надо масляные. Масляные подбираем, как вот берем. Держим так. Нажали, бомб, если пошел вниз, если идет вниз, вот загинается вниз, значит, это так и устанавливаем в нижней части. Если поднимется наверх, переворачиваем наверх. Сейчас будем один устанавливать, друзья, показываю. Маслосъемный один устанавливаю сюда, и второй, замок имею в виду. И второй, вот допустим, здесь на крест идем. Допустим, здесь, отсюда идем вот так, другой сюда. Пружинку устанавливаю где-то здесь. И компрессионный один сюда, где маслосъемный вот здесь будет. Компрессионный один сюда, один туда. Вы меня поняли. Пружинка. Пружинка, видите, где заканчивается? Внимание, обязательно обращайте внимание. Вот где заканчивается. Они должны смотреть наверх. Вот так. Наверх. Не вниз, наверх. Вот, вот как идет она, пружинка, и все, наверх заканчивается. Вот так и должна становиться. Вот так. Это из завода так устанавливается, и я сам не придумывал этого. Так что, как всегда, в первую очередь пружину. Только, друзья мои, когда пружину устанавливаете, обратите внимание, иногда, когда вы устанавливаете этот маслосъемные колечки, это у нас нижний, это верхний, я отдельно положил, и смотрите, обратите внимание, чтобы пружины на друг друга не стоял. Бывают часто такие. Это у нас нижняя, вот здесь будет. И аккуратно. Главное, аккуратно. Здесь спешить не надо. И себя показать не надо. Я крутой, я все за... Меня пишут, я за час все сделал, то говорит, я не знаю что. Если я как вы буду делать эту работу, если вы час сделали, я за
10 секунд сделаю. Так что каждый свое время есть. Не придумывайте, я быстрее делаю. Молодцы, быстрее делайте. Значит, ерунду делаете. Вот, друзья, прямо сюда попадаем. Где отверстие, вот здесь, для масляного канала. И постарайтесь замок, чтобы туда не попало. Чуть-чуть отодвиньте в сторону, и все. И если здесь, а то будет... Ну-ка, вот здесь должно быть. Это у нас верхняя. Я один показываю, остальные будут повториться так же. Вот так. Только аккуратно, друзья, это очень хрупкий. Маслосъемный – это ерунда, а средний – опасно. Все, мы на месте. Если, допустим, маслосъемный, мы сюда попали, нижний, верхний, допустим, попало верхний сюда, а и второй компрессионный против на него будет. Вы меня поняли? Это у нас написано здесь у нас, верхняя часть Y. Где она столько мелкая, когда перепутываешь, хрен найдешь. Значит, нижний здесь, верхний здесь будет. Верхний у нас будет здесь. Это я при установке опять смотрю, конечно. Вот это у нас верхняя часть, значит, верхний, значит, должно замок попасть. Замок попасть против на него. Против на него сюда. Где у нас верхушка? Вот у нас верхушка. Так что очень аккуратно, друзья, я их миллион раз установил, так что мне по барабану его установить. А вы аккуратно. И маслосъемный постарайтесь точно установить, а большими можно играться, ради бога. А мелкими там иголкой надо потихоньку толкать. Так что лучше установите сразу, чтобы не мучаться потом. Это у нас тоже Y верхняя часть, друзья. Так установлю, потом я разверну. Оп. Все готово. Один поршень есть, и второй, третий, четвертый. Будем повторить. Поршнями разобрались, друзья мои. И сейчас соберем масляный насос. Масляный насос смотрел, вроде риски есть такие, но не такие уже плачевно. Это ликвимоль, друзья. Где коснется шестерни, их надо смазать. Это у нас наружная. Это у нас наружная. Отлично. Где у нас вторая часть? И аккуратно посаживаем туда, куда надо. Все, друзья мои. Есть болт под отвертки, который капли, одна маленькая капличка, каждый
Друзья, пока закручиваем, но не затягиваем. Здесь две штуки. Это сделано для центровки. Поняли, да? Чтобы насос был в центре. Она специально так сделана. Вот этот из рук закрутили, потом уже болты надо закрутить. Если болты закрутите, потом их, у вас пойдет насосный эксцентрик, будет гудеть, воет, потом, не знаю, ерунда разная, в общем, будет. И у нас 7 болтов. В заводе такого чисто не были они. Капли сюда. Каждый по капле. Потом покажу затяжку. Поставлено 10. Достаточно сюда. Сначала под отвертки, друзья. Раз. Это немного обжимать. Насадка хреновой. Я думаю, отверткой больше 10 я не зажму. Все, никуда не открутится. Все, пусть будут так. Тем более фиксатор резьбы. Основные. Раз. И два. И три. И четыре. И пять. И шесть. И семь. И все, друзья. Насос готов. Сейчас буду установить колечки. Один большой, один маленький. Обязательно новый должно быть, друзья. Обязательный. Старый туда нельзя установить. А тут давление пропадет, и все. Герметик туда нельзя ложить. Только колечки. Один маленький. Вот сюда устанавливается. И второй большой. Вниз. Касается к блоку. Там тоже есть отверстие. Все есть. Отсюда прямо масло идет. Одну всасываете, второй толкает. Готов. Когда у нас стоит коленвал на ВМТ, когда устанавливаете переднюю крышку, друзья, вот здесь меточка, меточка, вот здесь вырезка. Вот мы крутим. А, руками не могу. Вот так ровно с ним устанавливаем. Все. Здесь у нас получается квадрат. В коленвале тоже такие же. И все, коленвал крутит насос. Так что передняя крышка готова. Друзья, сейчас раз в очереди постель соберу сразу. Так легче. И выпуск спуска не перепутываем. Раз предвал сейчас соберу. И дальше, дальше. Дальше что? Как всегда, смазка. Смазка. В общем, смазываем и кайфуем, друзья. На сухую не собирайте, а то больно будет. Чик-чик. Все, дорогие друзья. Блестит. Бомбанем сюда. Она не будет касаться туда, потому что внизу. Если поднять чуть-чуть, коснется. Так что этого ерунда.
Так что это ерунда. Сейчас разберемся. Тоже. Да ради клиента снимаю, честное слово. А то эта Hyundai меня задолбала их снимать. Сюда. Потом, друзья мои, что у нас остается? Как всегда. Раз. Пойдет сюда. Меткой вперед, правильно. Вот так. Каждый свой номер есть. Первый и второй. Не забывайте. И не перепутывайте. Это у нас второй. Меткой вперед. К цепью. Есть. Третий. Четвертый. Пятый. Посмотрите, получайте кайф. Ты чистые. Резьба чищена. Все как положено. Будем сюда. Два, три, четыре, пять. 6, 7, 8, 9. Вот этот сюда десятка. Раз, два. Распредвалы в каком состоянии стоит по барабану, так что не обращайте внимания. Все, из рук сначала, потом гравиметрическим ключом. Устанавливаем на 14 ньютон на метр. Есть. Ага, один запал. Давайте тебе тоже закручу. Есть. Два. Три. Четыре. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Динамометрический ключ обязательно открутить. Вот, друзья, ставлю. И где распредвалы, кулачки, я их тоже смажу. Масляная пленка достаточно, не обязательно туда заливать, я не знаю, литр масла. Это абсолютно бесполезно. Все нижние тоже так же. Крутим все, смазываем. Я их сразу изготавливаю, потом быстрее, дай бог, соберу. Должно быть чисто, друзья, ни песка, ничего такого. С дискардом чище. Вот так сюда, готов. Потом что у нас остается? Вроде и основной. Сейчас блок устанавливаю на стенд. А, еще нижнюю плиту. Сейчас я сразу вкладыши установлю. Нижняя плита, да, стой же ты. О. Стоит уже хорошо. Только пленку аккуратно режьте, друзья, чтобы не поцарапать вкладыш с отверстиями к блоку.
без отверстия вниз сюда. Замок к замку. Под вкладышей должна быть чистота, друзья, здесь. А то не будет прилегания. Вот так, каждый на свою коробку обратно. Это пусть будут для блока. Вот повторяем все эти такие. Эта пленка такая дубовая, бля, пипец. Я напишу лучше. Это у нас пятый получается. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре. И каждый вкладыш, где в коробке было, с ними буду установить. Это и сзади я устанавливаю, поэтому без разницы, откуда установить. Но главное установить. Есть. Пленка дубовая, бля, буду. Раз, два. Есть. Это у нас... Одна точка первая. Пусть они будут, пусть пока нам не нужны. Нам, которые нужны у нас. Нижняя плита есть. Осталось у нас установить прикладку. Номер. Только, друзья, новая. Старый, а то герметик помажу, не знаю, что будет. Новый. Новые. Все. Вот. Я его называю восьмерка. Устанавливается сюда. Нижняя плита тоже готов, друзья. Сейчас подготавливаем клапанную крышку, друзья. Блестит, как из завода. Кто вам почистит так, а кто, блин? У нас 4 штуки, друзья, для свечной колодцы. 4 штуки. Вот такие ерунда. Бум. Раз. Нож или не хочет резать. Два. Три. Четыре. Убираем отсюда. Прокладка клапанной крышки. Все, дружбаны, это потом тот, смотрите, видите, да, конусом туда, вниз, наверх
когда переворачиваем, устанавливаем, это на головке, это железяки, это титаник, скажем. И заходит сюда, конусом вниз. Вот сюда. Раз, два. Эй, наверх, бляха, муха. Два. Конусом наверх. Три. Четыре. Сюда молотком ничем не надо ударить. Друзья мои, она легко сидит. Берем подходящую головку, нажимаем руками и все. Взял такую головку. Главное равнять. Главное равнять. Села. И равномерно посаживаем. Есть. 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 Чики и пики. Друзья, когда устанавливаете, вот здесь, внутри, чтобы скользнулся. Вот и бомбочка. И сейчас потом кайфуем с этой ерундой. Пока его найдешь, эту дырочку охренеешь. Где у нас? Вот здесь должно начинаться. Куда нахер? Вот эти у нас для болтов сделано. Бомбанем сюда и здесь оп, оп, где сюда иди, есть, оп, угу. Вот так, и уже вам это понятно, устанавливаем, герметик здесь не надо ложить, друзья мои, герметик сюда не ложится, только где передняя крышка с передняя крышка с головкой соединена, здесь кусок и здесь кусок сверху на прикладку и все, капли имею в виду там и все, не больше. Устанавливаете точно и кайфуйте. Есть. Да ты заходи же, бляк. Все. Ля-ля. Готово. Друзья мои, как всегда, лекарство от коронавируса, чтобы мотор не заболел. Вот это отверстие, которое видите, да, где болты закручиваются. Там чистый, только последний раз было в заводе чистый. А я хочу еще, чтобы было чистее. Форсунки, которые я сделал, пока не видно вам, когда... Покажу это все. О, вот так. Чик. И чик. Где форсуночки? Там помыто, друзья. Вы даже представить не можете, как. О, вот видите, как выходит оттуда. Вы не увидите, конечно, капает. Там канал масляный. Где у нас вкладыши. Друзья мои, если вот видите, как капает, вот там не должно быть ни одна штучка, даже как называется, после проточки, вы знаете, что бывает, одни стружки, не проточки, после гильзовки стружка до хрена. Вот так, друзья, минут 2-3 ждем, переверну, и потом воздух, как всегда, рядом брызгаем все, что есть. И болты для головки, тоже где, я имею в виду, закручивается, тоже заливаю я этого. Иногда попадает в кадр, иногда нет.
Он спаряется, сейчас через 2 минуты там ничего не останется, конечно. Будет спариться. И потом там должно быть ля-ля. Чистота. Как для себя. Вот. Перевернул блок, друзья. Вот потом по одной. По одной. Вот заходим. Вот по одной. Все отверстия. Я же говорю, иногда попадает в кадр, иногда нет, а то говорит, ты та не сделал, та не сделал. Я все делаю, друзья, без вас я знаю, что надо делать. Вот, все чистим. Где вкладыши? Вот здесь отверстие. Вот здесь тоже так же. По одной. Это вам хрен кто сделает, честное слово. Потом сюда, друзья мои. Где у нас лекарство? Сюда много тоже не нужно. Там чистое, но чтобы убедиться точно. Чтобы жира, говно, ничего не осталось у нас лишнее. И все, минуты две ждем. Переверну опять. Уже это не покажу, конечно, друзья. И потом уже, дай бог, после поршня это все обезжиривается, это понятно. Где у нас 0,08. Уже его не будет скоро. Когда буду обезжиривать, уже ни хрена не видно будет. Вот так, красавчики. Посмотрите и кайфуйте. Друзья, показываю номер форсунки. Вот у меня в руках. Я один открыл, чтобы все это делать. Вот, выглядит так. Здесь десятка. Не дай бог больше. Давления не будет. И толкаем сюда. Сделано все точно и идеально. Открываем второй. И пихаем туда. Как в санате, друзья. Вот так. Есть. 4 штуки, в общем, устанавливаем, друзья. Все одинаковые. Болты, друзья, на шестигранник. На H5. М6. Надо капли положить обязательно. Все, положили. Фиксатор разбей. И закручиваем. На 10 ньютон на метр затянут, друзья. Пока руками. Дальше разберемся. Тренометрический ключ 10 ньютон на метр. И поехали. Раз. Два. 3, 4. Все, больше не надо затягивать. Фиксатор резьбы никуда ничего не открутится, друзья мои. Вот форсунки выглядят так. Есть, друзья. Сейчас можем установить уже вкладыш. Это у нас первый. Это у нас какая? Пятый. Оп, есть. Это у нас четвертый.
Есть. Это у нас третий. Есть. Это у нас и вторая. Как называется все чики-пики? Лик-мимольчик наш. Блин, надо новый купить уже. Мало осталось. Опа. О, это означает вкладыши. Будет кайфовать. Ого, что-то много пошло. Есть. Есть. Потом. Есть. Вот это называется все чики-пики. Сейчас будем устанавливать коленвал. Номер. Так потихонечку заходим и смотрим. Все чики-пики. Эй, не иди вперед. Вот так, друзья мои. Все на месте. Сейчас будем устанавливать сюда. Берем потихонечку и... есть. Поехали до упора. И все. Потом, друзья, когда верхнюю крышку устанавливаем, опять поправляем сальник. Сейчас ложу герметик. По параметру ложим герметик. Не сюда, а на плиту. В прошлом видео я вам показал. Сейчас установлю это, как называется, блин, полуколечки. Полуколечки. И сейчас я немного разверну. У нас... О, коленвал далеко. Так что никогда не касается. Номер. Полукольцей. Надрезом в сторону коленвала. Надрезом в сторону коленвала. Есть. Сейчас устанавливаем второй. В сторону коленвала. Чик. Толкаем сюда. Интересно, чувствуется, блядь, чувствуется ли руками? Да, здесь есть чувство, а на прошлом не было. Сейчас это буду делать. Померяю зазор. Возьму отверточку. Полный туда. Все. И сейчас померяем, посмотрим. Возьмем у нас самый минимум. От 6 до 20.
какой-то, я не помню, были 26 что ли, или что-то такого. О, толкает его. Мы заходим. Здесь чувствовался. Берем. Ноль шесть, ноль восемь, давай десятку. Да, блин. Десятка уже касается, друзья. А, идет, уже держит. Давай возьмем 13-й. Посмотрим, что будет. Вот 13-й. Посмотрим 13-й. Не, 13-й загинается, друзья. Не заходит. Где-то в районе 12-11. Это что означает? Это означает все бомбочка и чики-пики. Готавливаем. Опа. Ти-ти-ти-ти-ти. Много пошло. Здесь много бесполезно это, друзья, а то все равно она обжимается и все. Изготавливаем, чтобы была ляля. Сейчас еще я сделаю. Это потекло просто. Да, выходи же, блин. Да, это уже надо купить другой. Вот так смазываем. Делаем ляля. Машина же не зря проехала 500 километров от меня. Все должно быть кайфово. Есть. Положил герметик. Готово. Устанавливаем плиту. Аккуратно. И сальник толкаем вперед. До упора. Все. Есть. Шейку мажем. И резьбу. Все болты так, друзья. Чик. Там много не надо смазать. Пум, и все болты. Бомба. Головка 12 гранник на 6. На 14. 6 говорю, на 14. Устанавливаем
30 ньютон на метр и кайфуем. Есть. Шестьдесят пять ньютон, говорю, градусов, друзья. Раз. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Мешает эта дорога, блин. Восемь. Девять. Десять. Готово. Сейчас остается у нас боковые. Только крутим, посмотрим. Отлично. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Девять, десять, одиннадцатый здесь. Вот, друзья, одиннадцатый. 25 ньютон на метр. Сейчас из рук сначала, потом дальше разберемся. Двадцать четыре плюс 100 грамм дадим ему. Пускай фоет. Опа. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять,
10, 11, идем сюда кайфовать. Все готово. Полный кайф называется это. Полный кайф. Все отлично, друзья мои. Сейчас будем что делать? Устанавливать поршня. Колечки смысла есть померить? Я думаю, есть. Сейчас установлю каждый. Посмотрим. Из одного поршня разобрал 3 штуки, друзья. Это у нас центральный. Устанавливаем. Это у нас кто? Передний. Первый. Компрессионный. Вы сами знаете, гильзы только в одном, там 1/100 разница давала, и все. Устанавливаем. И будем равнять сейчас. И посмотрим. Щит наверх. Как раз из этого поршня разобрал. Сколько возможно, подтолкну. Оп. Дальше не подтолкну, потому что пружина с колечкой там. Вот так. Сейчас возьмем шупик. 33-48. 0-33 до 0-48. Первый компрессионный. Где у нас 33? Самым минимума начнем. Заходит, держит. Давайте 35. Попробуем. Не, друзья. Вот, если стараться, можно. Но чувствуется, она держит. Вот шуб держится. 35. Просто лялька. Проехали. И второй, друзья. Компрессионный. 45 до 60. Возьмем самый минимум 45. 40, 43, 45. Заходит. Ля-ля, держится. Давайте 48 посмотрим. Можно ли пихать или нет. Это пипец. Она жестче очень заходит. Так что ля-ля. Маслосемный. 20, 60. Где у нас 20-ка? Самый минимум начнем, друзья. 20-ка, понятно, войдет. Но здесь я не могу шуб пускать, потому что она как бумага. 0,5 миллиметра она. 20-ка заходит. Делаем 20. 30-ка. Давайте 30-ку. Где этот хрен? Туда даже боюсь трогать. 40-ка. 30-ка. Давайте 40-ку. Блин, трогать невозможно на него, бля. Загинается. 40. Давайте 45. Блин. Что это за колечко придумывало, блин, это хундайчики. Мальчики, хундайчики. Чуть-чуть перекос стоит, и все, бляха-муха. Зазор там уже можно палец пихать. На сторону. Что у нас? 45. Друзья, 45 пихаю. Ну, отпущу, если упадет. 45. Потому что там такая ерунда. Равнять надо поршнями, потому что по-другому никак. Если чуть-чуть не перекос, там меняются замки сразу. Какой у нас? Здесь тоже один проверю.
3 возьму. Что, на перекус стоит? Или... Самый минимум. Здесь самый минимум заходит, друзья, держит. И все. Другой я не засуну туда уже. Видите, все равно или на колечках. Но вроде я померил, блин, перед вами. 1/100 разница дает. 1/100. Хер его знает. Но вроде все. Чики-пики, как говорят. И все. Бомба. Кладыши шатунные. Че, они приклеились, что ли, бляха-муха? Сразу подготовлю, положу сюда. Один покажу, остальные так и повторяются. Все, пока поставлю около себе. Пусть будут. Дальше, дальше. Дальше что делаем? Дальше, как всегда, смазываем все цилиндр. Вот так хорошенько. Чуть-чуть наколембал. Сейчас будем устанавливать поршень. При смазке, друзья, колечки поворачиваются аккуратно. Маслосъемной нет, но компрессионный обязательно надо проверить. Ну, все надо проверить, как положено. Четвертый под руку попал, брал четвертый. Только коленвал надо брошать вниз. Все, пусть будут внизу. Немножко туда маслечка. Пускай фоет. Сейчас проверим, посмотрим. Маслосъемный здесь. Маслосъемный здесь. Это у нас сюда. А это у нас сюда. Если с этой и не получится, другой возьму. Иногда бывает отлично, иногда бывает херня.
В общем, хер просишь. Иногда бывает, просто летает туда, иногда так мозги делает, такая ощущение. Первый раз в руку поршень взял. Ну раз. Если у меня сомнения есть, друзья, я 150 раз смотрю. Если что-то не то, я проверяю точно. Не люблю, когда что-то не то. Метка у нас вперед. И потихонечку обжимаем. У нас замок остается к вам туда, если передок сюда смотрит, в сторону горы. Иногда бывает, смотрите, на, допустим, вот на стенде, да, мотор чуть-чуть туда-сюда стоит, вот это болтается, чтобы не коснулся туда. Иногда бывает, как бы не ходит поршень, вы чуть-чуть убираете из ВМТ в сторону, чтобы понять, если в какую сторону падает коленвал. Коленвал у нас внизу, я думаю, должно быть все бомбочка. Возьму свой кувалду, иду. О, пластмассовый. Что это такое ваше, пластмасса? Да. Вот так и взял. Друзья, иногда бывает, действительно не заходит. Вот я вам сразу говорю. Иногда вделывается этот. Вроде моя самая любимая оправка, но иногда вделывается. Уже я его не люблю. Уже я его не люблю, она не хочет зайти туда нахер. Все, я тебя не кохаю, братан. Гуляй отсюда. Шутка, шутка. Посмотрим, иногда бывает. Это маслосъемное колечко здесь. 0,5 миллиметра, друзья. Ты представляете, 0,5 миллиметра. Такая херня, вы даже не представляете. Трогать боишься. Думаешь, сейчас он сломается. Братан, ты еще вниз не пошел. Какого хрена здесь-то, еще не понял, блин. Еще даже не успел. Что, сильно зажал, что ли? Сделано в Китае. Что это за хрен, бля? Мать вашу, бляха-муха. По-человечески даже ничего не можешь делать. Я здесь ничего не понимаю. Почему-то поршень вообще вниз не ходит. Я... Ну-ка, дай посмотрим, какого хрена она. Ну-ка. Да она еще вниз не пошла даже, бля. Колечки еще наверху. Говорят, такой же там я купил за 3 гривня или за 3 доллара, или хер его знает за скики. А что так долго, дорого купил за 10? Купи за 10, 10 лет пользуй. Купи за 3 гривня и один раз не пользуешь, нахер. Придумывает разное говно, бляха-муха. Клеить их или что-то такого. Как они меня задолбали, вот это инструменты, бля. Херню купишь, так я этого не купил, ребята отдали меня, подарили. Ну, хорошие вещи не дарят, блин, правильно? Друзья, вот здесь аккуратно, здесь спешить не надо. Если не заходит, значит что-то не то. Значит, у вас рука растет через задний проход. Если не заходит, не надо там молотком или чем-то ударить. Не заходит, значит колечко вышло под эта хрен, может быть, потому что она очень тоненькая. Или что-то не то. Все равно надо смотреть. 150 раз смотрите, делайте. Колечки сломайте, а потом надо заказать, бля. Хрен, под руками же нету их, чтобы сразу менять. И потом, блин, ждать. Время теряете. Вот так кувалда нахер. И сразу я, друзья, снизу беру, закручиваю. Замки все смотрят туда, в сторону вас. Там здесь нечего перепутывать. Тем более, не дай бог, поставите кривой. Значит, вам хана. Клиент идет с чем? Ну, что-нибудь придумывает. Вы знаете, куда это можно с маслой зайти. Так что аккуратно. Три давай оставим. На одном поршне посмотрим, сколько кемой можно ездить. Одной пока кручу коленвал руками, друзья, вот голыми руками. Но когда 4, уже менять тяжело будет, потому что я же не вандам.
не терминатор нахер. Колечки действуют. Клиент меня попросил, говорит, когда установишь новый, пожалуйста, поболтай, посмотрим, они болтаются. Вот человек столько задолбало его, вот я стук думает, новый поршня тоже будет стукать. Хрен ты его будешь болтать. Не получится этого делать. Потом уже все будем затягивать, друзья мои. Иди вниз. Вот, стой здесь где-то. Все. У нас спокойно крутится, так что переверну, тоже буду крутить. Посмотрите на форсунки, касание ноль. Так что установите форсунки, кайфуйте. Если не умеете, иди до мене, я для вас все сделаю. Учитесь. Поршня установлена. Будем затягивать болты, болты, болты. Двадцать один. Плюс 90 градусов. Друзья, сейчас пометим. Угломер не буду пользовать. 90 градусов будем тянуть. Лаком буду красить. У меня всякие есть. Хотите, вам один секрет скажу. Не воруйте лак с жены. Получите пиздюлей. Это 100%, я вам говорю. Я пару раз пробовал. И получил. Больше не делаю, уже покупаю. И еще один маленький совет для будущего, для молодежи. Никогда домой не покупайте металлическую сковородку. Всегда алюминиевую берите, живы станетесь. Если попал вам в голову, Женька нервничала без лака, получили пизделей вас, даже моторист не спасет, друзья. Так что кайфуем. Все оставляю на себя, друзья. Шутка, шутка. А то подумайте действительно. На себя, друзья, когда будет налево, будет 90 градусов. Все будет чики-пики, как говорят. Один есть. Два. Есть. Еще чуть-чуть. Оп. Есть. Два. Есть. Чик. И еще чуть-чуть. И еще вот есть. Еще чуть-чуть. Опа. 90 градусов у нас. Опа. Оп. Вот бомбочка. Там 2-3 градуса туда-сюда по барабану. Есть, сейчас перевернем, проверим, поршня все ли нормально. После крутки риски или что-то такие остается, значит, вы что-то неправильно сделали, друзья.
Когда поршень поднимаете, спускаете здесь, который смазали смазкой, их вытираем как положено, и потом крутим, крутим, крутим. Вот это остатки масла останется. И смотрим по бокам всех сторон. Если какая-то рисочка остается, царапина или что-то, значит, что-то с колечками не то. Срочно разбор и исправляем свою работу и спасаем свою жопу. Пока вытеру их. И сейчас будем крутить. Только сильно не крутим, друзья, а то заведется 1,8, хрен поймаете. Тем более форсунки установлены. Вообще вас никто не поймает. Вот так крутим. Обкатку делаем, в общем, холодная обкатка. Вот, несколько кайфуем. Ну, сейчас я езжу где-то 2 километра в час. А езд уже... О! Уже поднимает до 8. Вот так сделали, друзья. И пускаем вниз, смотрим по кругу. Если что-то есть, вам хана. Если нет, значит, вам повезло. В нашем случае здесь все чики-пики. Ну-ка. Вот в таком положении останавливаем, друзья. Почему? Потому что, когда будете головку установить, вы уже поршня не видите. Когда распред валы устанавливаете, если поршень наверху, распред вал неправильно стоит, загинаете клапана, и потом это клапана, вы знаете, что будет с вами. Так что, пока пусть будут так. У нас пока голова нету, ждем. Вот меня задерживает. Моя работа что? Один день двигатель собирать, и второй день его завести. Hyundai имею в виду, не немцы. Немцы там, блин, о, дурдом. А, вот меня задерживает. Вот такие бывают. Вот пока, вроде, пока бомба. А сейчас моя работа что? Установить голову. После этого обезжиривать, установить голову и потом уже собирать все это в сексуальную машину. Но как? Как я буду делать это? Никак. Ждем голову. Закрываем. Конец фильма. На пока. Друзья, голову привезли меня. Будем обезжиривать сейчас, устанавливать. Седло прорезано. Клапана, притирка сделана. Шлифовка сделана. Вот здесь есть какая-то херня, но она, прокладка у нас отсюда проходит. Так что ничего не мешает. Потому что дальше убрать за это ерунду, ну, как бы не поцарапано, но какая-то хрень. Такие. Поэтому качественный антифриз заливайте. Помыто, все как положено. И полностью сделана чистота. Вот, дорогие мои друзья, устанавливаем. Кайф, друзья, головку тоже надо обезжиривать и будем устанавливать прикладку, только в конце прикладки, здесь, здесь и сверху тоже надо герметик ложить, покажу вам.
Есть. Прокладка, друзья, под ней немножко, здесь немножко, здесь и здесь. Все. Только здесь ничего не забывайте. Можно установить голову. Головку тоже обязательно обезжиривайте, друзья. Попасть. Вот есть одна. Все бомбочка. Шайбовский 4. Я старый пользователь, друзья. Смотрите, конусом наверх. Ровная часть вниз. Раз. 4 штуки. Сюда болт это не заходит, поэтому вот видите, 6 штук идет с этой. Вот по нему сюда хрен засунете. Не пойдет, потому что шайба не даст. Поэтому это сделано отдельно. Кто не знает, говорю. Кто знает, это хорошо. Мы же все не знаем. Правильно? Опа, все есть. Что будем делать сейчас, друзья мои? Как всегда. Как всегда, делаем все по-человечески. Немножко смазку берем. Опа. Вот так. Давайте сначала с шайбой, между шайбой. И на шайбу можете, или на шеечку, вот так. Потому что, когда закручиваете, она так хрустит, пипец. Бывают такие. Раз. Вот. Без шайбы сюда тоже можно делать. Чик. Вот повторяем все болты так. Делаем новые болты, друзья. Габицы обязательно поменяйте, всякие бывают. Если сломается... Прикладку в мусорку. Головку надо достать. Все болты надо открутить. Это уже за него отвечает кто? Хозяин. Я затягиваю его под динамометрические ключи. Поэтому, чтобы не было проблема, лучше пусть покупает новый. Я же не для себя хочу это, правильно? Для вас стараюсь. Друзья, у меня что-то свет пропал в гараже. У нас, дорогие друзья, М12, 12-гранник. Ну, там, в принципе, нам свет не нужна, но немножко темновато для вас, для меня. Нормально. Но придется работать по-другому никак. Все чики-пики. Нам свет не нужна, мы без света тоже можем работать. Устанавливаем 30 ньютон на метр. Есть. Поехали. Раз. Два. Три. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять,
10. Термометрический ключ обязательно откручиваем, друзья. И будем затягивать 2 раза по 90. И все. 2 раза по 90. Сейчас для себя оставлю метку. Не буду пользовать угломер. Красочку от себя. Когда будет на меня, это будет уже 2 раза по 90, 180. Вот раз. Вот так для себя установлю. Есть, и все. Еще чуть-чуть повыше сделай. Вот это Титаник ебаный. Извините за выражение, блядь. Достал меня, бляха-муха. Первым затяжки, там 90 ровно, да, и потом и второй тоже 90. Если не дойдете или пройдете, ничего страшного. Главное, твоя и вторая 90, чтобы было ровно. Есть. Все, друзья мои, сейчас буду гидрокомпенсатор установить, чтобы время зря не тратить. И эти, как называется, ракера. В течение 20 минут, 15-20 минут, голова должна быть зажата, друзья мои. Здесь металлопакет, ждать не нужно так долго. Обязательно смазать. Все гидрики смазываем и засовываем, друзья. Туда, куда надо. Повторяем все. Чистые.
некоторые так плохо сидеть, пипец просто. Все есть. Готово, друзья. А сейчас будем затягивать уже второй 90. Ну, третий раз получается. 30, 90, 90. Здесь уже точно надо быть, друзья мои. Есть один. Устанавливать, обезжириваем по кругу обязательно, и сюда не ложим герметик, ложим на плиту, обезжириваем плиту тоже с распредвалами, которые готовил в начале, и потихонечку устанавливаем. Когда вы будете устанавливать, зажимаете некоторые клапана, ракера будет зажиматься на клапан, поэтому когда верхняя плита устанавливается, все поршни должны быть в середине или ниже, неважно, чтобы ровно было, хотя бы сантиметров полтора внизу. Поэтому не дай бог загнете клапана, потому что там распредвалы пока неправильно стоять. Как попал, так и стоит. Потом будем уже крутить. Друзья, сейчас будем устанавливать верхнюю плиту. И заливаем масло. Ракера, чтобы ровно стояли, главное. На роликах, чтобы на сухое не крутиться. Все, есть. Аккуратно ложим на свое место, друзья. Все, положили, неважно, как стоит распредвал, я опять говорю. И сейчас будем закручиваем первый один здесь и второй здесь сначала, и потом по кругу уже закрутим. Два покороче идут, друзья. Остальные все подлиннее. Герметик обязательно. Болты как из завода. Сначала руками, друзья, первый вот это два потихонечку, не спеша, и постепенно зажимаем плиту. 24 ньютона на метр. Раз и два.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Вот, друзья мои, головка зажата. Еще раз сейчас пойдем проверить. На кулачки еще масло положу, потому что распередвал, чтобы на сухой не крутился. Я вроде смазал все, но еще раз это у вас сделаем. Есть. Можно на 27 приблизительно ставить меточки. Есть. Вот так приблизительно ставили метку. И сейчас можно уже коленвал на ВМТ установить, друзья. Цепь все покажет это. Положил капли. Фиксатор резьбы. Не понял, блин. Что это за хрень? Цепок старый останется, друзья, башмаки. Недавно поменял, хозяин говорит. И поэтому они у нас старые. Потом я зажму их. Берем немножко. Смазываем его, чтобы цепь крутился хорошенько. И не с нами сухую. Потом другой башмак. Где? Вот здесь у нас башмак. И тоже положу кусочек. Тоже на 12 головка. Есть. Засольем тоже сюда. Внутренняя часть, где цепь будет ворошаться. Есть. Ах ты. Где шестерни? Вот тоже положим. Есть. Смазали. Сделали. Бомбочка. Вот так. Затягивать потом будем, друзья мои. Сейчас буду устанавливать цепь. Цепь, хрен скажешь, старый. Я ее так помыл, почистил. Вот золотистый. Два. Где они рядом? Раз, два, другие где? А вот, вот, друзья, метки потом покажу вам, уже вы, наверное, сами знаете. Вот здесь и внизу, потом установлю сейчас цепь и затяну вот эту ерунду в натяжитель. Дальше уже сниму, покажу. Кинул, друзья, берем. И устанавливаем. На новый она идет, а старый, когда устанавливаете, зажимаете и сюда, и держите его.
поставил на 14 ньютон на метр. Раз. Не бойтесь, ничего не открутится, друзья. 23-24. Поставлю сейчас на 23, достаточно. 24 минус 100. И все. Есть. 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 После установки цепи мотор не вращаем. Метки совпадут, не знаю, что будет, ничего не будет, все будет окей. Главное, первый раз совпал, все, больше ни хрена, ни хрена крутить двигатель. Держу, сейчас я... Назад категорически нельзя, смотря кому. Я ровно оставлю, вот так. У нас место совпадает, тянули, чеку, все, цепь сажат. И пойдем посмотрим метки. Метка. Идем наверх. Метка круглая. Потом идем сюда. Метка. Все готово. Можно обезжиривать полностью. Старые герметики убираем отсюда, между плитами. Я уже убрал. Обезжириваем, устанавливаем. Крышку тоже обезжириваем. Масляный насос установил в начале видео, вы видели. И все, вот это резинки, которые совпадают сюда. Сюда герметик не ложите. И сюда. Вот отсюда масло подается и всасывается. Все, у нас должно быть квадрат наверху. Это пимпочка наверху, все. И насос установил, тоже квадрат там. Заходит сюда точно. Все, пойду крышку тоже. Герметик положено, друзья. Потихонечку. Вот так. Попадаем на направляйку. Есть. Бомбочка. Все. Затягиваем болты. Переднюю крышку закрутил, друзья. Пока клапанную крышку положу сюда. Положу. Просто так, чтобы грязь ничего не попала. Двумя болтами в середине. Просто пусть стоит. Потом уже, почему не закручиваю, потом в конце покажу. У меня видео есть. Еще раз покажу вам. На двух болтах схватываем, все, пост будут. Прикладка маслоприемника, друзья. Сюда никакого герметика не нужно, и все. И будем закрутить два болта, две гайки здесь и один сюда. Оп-оп-оп-оп. Все. Капли положили и все. Сейчас будем маслоприемник установить. Маслоприемник последний раз в заводе так чисто было. Один болт, две гаечки. Обезжириваем поверхность. И поддон тоже, друзья. Я посажу это на L-ring герметик, потому что Victor Range очень тяжело оторвать. А L-ring можно оторвать хорошенько, потом поддон. Если что-то надо делать. А так
Все отлично. Это обязательно надо обезжиривать. Обязательно. Поддон тоже, друзья. Элрин красный. Тоже отличный, кстати. Там бомба герметик тоже. Вроде здесь все, друзья мои. Закрываем. Как сказал, посадил на L-ring. Красный герметик. И замена цепи, когда бывает, и легче оторвать. А то Виктор Рейнс держит пипец просто. L-ring тоже отлично держит, но не клеится так, как надо. Это как силиконовый, легче его оторвать. Все, можно закрутить по 10 ньютон-метров по кругу. Друзья, двигатель надо хорошо держать, чтобы назад не крутился, не вращался, потому что цепь может вылететь оттуда. Поставлю 140 ньютон на метр. 140. 140 ньютон на метр. Аккуратненько. И когда откручиваете, цепь может вылететь. Аккуратно очень. Все есть. Все есть. Назад не возвращаем никак. Осталась у нас помпа. Сейчас помпу установлю. Свет до сих пор нету, темнота немножко, дверь открыта, шум будет, но извините, конечно. Вот так, друзья. И потом уже клапанную крышку откручу, масло будем качать. И посмотрим, что у нас получится. Дай бог, все будет бомбочка. Я же старался. Помпа у нас новая. Друзья, будем новочки. Вот у нас прокладка. И сама помпа. Порвем ее вон нахер. Ля-ля, новенько. Будем устанавливать новые помпы, друзья. Ну, оригинальный идет. Кстати, металлический. Это почему-то какая-то хер его знает что, но держится хорошо, между прочим. Где у нас? Почему у нас нету этой, как называется? На старых помпах обычно бывает выступ, допустим, ой, извините, допустим, вот эта старая помпа есть у нас, да, допустим, вот видите, хрен, как направляйка, две штуки, вот раз, два, которые на нем держит прикладка, в этом херне почему-то его нету, почему нету, не знаю, понятия не имею. Поэтому я делал так, друзья. Вот видите, тоненьким, тоненьким, тоненьким. Сюда герметик и приклею туда. И все. Закрутим 10 ньютон на метр. Все, достаточно. Друзья, стенда снимал. Двигатель болтается. Сальник на месте, как положено. Как установил. Вот где-то миллиметров 2 утоплено по кругу. И сейчас будем устанавливать плиту и эту. Это, конечно, после кофе. Друзья, сейчас надо закрутить болты. Вы когда закручиваете, это
идет по часовой, когда смотрят на него. На самом деле коленвал идет против часовой, поэтому этого нельзя делать. У меня есть такая ерунда давно у меня, для какого там кардана или что-то там придумывал тогда-то. Можно было держать и открутить. Вот такой. Берем болты, гаечки. Нам, если вы один, некому держать вам. Итак, надежные. Вот гайку суваем сюда. И берем болт. Пару резьбу нам закрутить главный. И все. Короткий слишком взял. Скользит. В общем, вот эта хрень надо закрутить туда, чтобы держался. Вот эта ерунда. Вот закрутил, друзья, против часовой, потихонечку крутим, чтобы главное здесь отверстие совпало чем-то. Вот болтик любой с той стороны закрутил. И все, для вас держит она как положено. Надо чуть-чуть, чтобы попасть точно. Чуть-чуть назад. Только аккуратно, не дай бог цепь, чтобы не выскочила. Почему она не заходит сюда, блин? Да можно отсюда, какая разница. Главное в отверстие попасть, чтобы она держалась. Все, некуда ему войти. Все, уже можно взять пневмометрический ключ, зажму 60 ньютон на метр и все. Болтается она. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Все, еще раз. Проверяем, потом откручиваем. Все, никому не надо держать ничего. Легко и быстро. Все. Не дай бог кто-то сюда тронет. И потом не было проблем. Чтобы. Вот так, друзья. Открутили. И можно против, чтобы вот этот хрен мог снимать. Только аккуратно. Только против часовой. По часовой нельзя маховик крутить. И все, легче было доступ. Все готово. Двигатель собран, друзья. Что у нас осталось? Только осталось фильтр. Сразу залью масло в фильтр и установлю. Потому что крышку почему не закрутил. И осталось датчик коленвала. Когда масло буду качать в систему, потому что так, если вы заведете, и цепь вылетит 99,9%, потому что 100% только Бог знает. Поэтому лучше не шутите, здесь болезнь у них. Фильтр масляный. Будем закручивать, зальем масло. Залим, друзья, маслечко. До полного. Когда полное, ждем. Она сейчас пойдет вниз. Полный. Так легче качать масло. Все равно в систему через фильтр идет все.
чтобы была полной. Ждем, пусть сидит, сидит, просаживается, и дальше заливаем. И закручиваем. Все, не надо ключами зажимать, потом хрен открутите. Все, мотор готов. Мотор готов к установке, друзья. Все установлено, как положено. И все, можно уже поставить. Дай бог, когда буду качать масло, уже термостат все установлю. Термостат тоже старый останется. Тогда уже вам покажу. Дай бог, здесь уже идет датчик детонации. Тоже можно установить, кстати, 2,5 ньютон на метр, 25 ньютон на метр, 2,5 килограмма, грубо говоря. И все, они никогда ничем не мешают, и можно уже установить. Друзья, двигатель поставил на место, практически собрал, но мелочи осталось, конечно, еще газ соединить, подушку менять, аккумулятор просто так кинул туда. Снимал бензин, отключил бензин, чтобы бензин не качало, и будем заливать масло, и будем качать всю систему. Заливаем на цепок хорошенько. И свечи нету там, друзья, аккуратно масло туда не заливайте. Вот распредвалы. И потихоньку дальше. И когда к концу будет, я залью, потому что могу попасть на свечу. Не свечу, вот этот на цилиндр. Вот. Цепь кайфует. Заливаем хорошенько. Здесь уже заложу. На раз, передвал. Все, 4 заливаем, друзья. Перед тем заливал фильтр тоже. Фильтр полный сейчас. В общем, полный залили масло. И дальше покажу вам. Беру свою волшебную палочку. Сделана для Hyundai. Заходим отсюда. Между светим сюда. Нам надо попасть за башмак. Вот так. Нам надо башмак тянуть на себе. Место натяжителя гидравлического. И все, вот так держим. И там надо вам и второй человек, чтобы крутил. Артем, давай. Стой. Стой, стой. Что ты делал? Вообще она не пошла. А, я же это не соединил туда. Сейчас, секунду. Пока оставь. Пока ничего не делай, я коробку не соединил. Я эту плиту с маховиком не соединил. Гидротрансформатором, поэтому крутила. Она, конечно, будет маховик крутить. Двигатель нет, поэтому стартер просто его крутит, и все. Сейчас соединю, дальше будем продолжать. Все, друзья, закрутил гидротрансформатор. А то на холостую крутила. Давай. Отлично. Подожди, стартер, чтобы отдохнул. Секундов 5-10. Бензин надо отключить, друзья, чтобы зря не брызгало туда. Поехали. Еще подождем немного.
пока масло не поднимется. Не отпущу. Нам надо масло, чтобы качало. Давай. Все, пошло масло. Жужжит там все. Подняла, я видел, поднимает гидрокомпенсатор. Все в масле. Сейчас сниму камеру, дальше покажу вам. Давай. Сейчас покажу. Все, отлично. Все, систему качали полностью. Вроде все отлично, друзья. Только осталось у нас клапанная крышка, здесь нету на метр. Герметик сюда, герметик кусок сюда. И все, больше ничего не надо. И уже соединить все это газ, я не знаю что. И закончить с этой. Друзья, собрал практически все. Нажимаем. Ага. И пошла жара. И антифриз еще не заливал, долго не буду держать. Только один чек корить. Его надо, но может потухнуть. Нет, если компьютером отключим. У нас показывает одна ошибка. А так, слава богу, все отлично. Пока. Температура уже, друзья, практически 90. Пробег видели. Это она ключ показывает, ключ с собой нету. Ошибка не пропадает пока. Тише говорю. 143, 994. Это у нас ручник, только одна ошибка. На чью ругается, пока не знаю. Надо проверить. Какой-то гидрокомпенсатор, я все такие слышу. Я не знаю, вам слышно ли или нет. Я здесь сижу, я же их пропускаю все полностью, промываю. Сейчас выйдем наружу и посмотрим. Вот, друзья мои, машина работает, но внутри помещения всегда звук по-другому, друзья. Если на улицу выйдем, практически работает отлично. Тем более капот открыто. Когда капот закрывается, все это верхушка устанавливается, вообще машина, можно сказать, очень тихо работает. А так вроде все сделано, все как положено. Ну, на чё ругается, это тоже компьютером будем узнать, в чем проблема. Или аккумулятор откидаю и посмотрим. Так что готово. Слава богу, все прошло отлично. Все получилось отлично, друзья мои. Бомба работает, машина тихо, спокойно. В ютубе rav.mechanic. Номер телефона, номер WhatsApp. Если что, обращайтесь. Для вас тоже сделаем бомбочка. Всем до свидания. Дай Бог вам всем здоровья.